появится отличный ученик. Несмотря на то, что такое преображение было поверить трудным, учительница рискнула, поставила Петрову пятерку. Через неделю Наталья Петровна поинтересовалась, куда же Сидоров вернет ей долг. Наталья Петровна, не беспокойтесь, я обязательно вам его отдам. Через еще неделю Сидоров ответил то же самое. А через месяц Сидоров спросил,